знал, что когда я разговариваю с сотрудниками администрации, с полицией, со следователями, с судьями, за мной стоит огромное количество людей, которые не оставят меня в беде. Не было ни одного дня, когда я чувствовал себя одиноким. Это давал... Это началась встреча с Ильей Яшиным в Берлине. И это, ну, с моей точки зрения, впрочем, только ли с моей, конечно же, исторические кадры телеканала «Дождь», который в прямом эфире транслирует эту встречу в Берлине. Встреча проходит в парке, как было перед этим сказано в репортаже Константина Гольденцвайга. Парк был найден, опять-таки, как было сказано в этом репортаже, буквально за 2 дня. И вот сейчас встреча проходит, и это реалии нашего времени. Правозащитник, освобожденный из путинских рашистских застенков, вышел на свободу по обмену. Он в Берлине. И вот сейчас его слушают и, уверен, слышат порядка 3000, опять-таки, как было сказано в этом репортаже. И Яшин говорит людям: вы были источником моей силы. Вы являетесь источником моей силы, и потому что огромное количество людей остается там. Он имеет в виду там, за решеткой, где был еще несколько дней назад он, Илья Яшин, российский политик. И мне очень хочется, чтобы вы это осознали. И мне очень хочется, говорит Яшин, чтобы вы это осознали. Вообще, мало кто в это верит и мало кто это осознает, но хороших людей, добрых людей, нормальных людей вокруг гораздо больше. Замечательные слова, как говорю в таких случаях. Мысленно аплодирую вам, Илья Яшин, потому что он говорит, что мало кто в это верит, но хороших, добрых людей гораздо больше. Чем злых негодяев, циников. Чем злых негодяев, циников. Просто зло, к сожалению, гораздо лучше организовано. Замечательные, опять-таки, слова. Просто, говорит Илья Яшин, зло лучше организовано. И поэтому кажется, что оно всесильно. И поэтому кажется, что оно всесильно, да. Но это не так. На самом деле нас гораздо больше. На самом деле нас гораздо больше. И очень важно об этом просто не забывать. Очень важно об этом просто не забывать. Наша сила в том, что для нас люди имеют значение. Наша сила в том, что для нас люди имеют значение. Уважаемые друзья в социальных сетях, это я просто не могу писать этот звук синхронно для того, чтобы не потревожить домашних, потому что в Филадельфии уже поздний вечер, и поэтому просто ретранслирую слова Яшина, которые слышу в эфире, записывая для вас глубокий, не только с моей точки зрения, надеюсь, смысл слов российского политика. Наша сила в том, что мы готовы стоять за каждого. Наша сила в том, что мы готовы стоять за каждого. В том, что для нас слова один за всех и все за одного. В том, что для нас слова «один за всех и все за одного» – это не просто слова, не пустой звук.
Это не просто слова, не пустой звук. Это действительно отражение наших с вами ценностей. Это действительно отражение наших с вами ценностей. Для нас с вами, люди, человеческая жизнь имеет значение. Для нас с вами, люди, человеческая жизнь имеет значение. И на самом деле, то, что происходит сейчас в мире, это как раз дискуссия, спор о том, что люди имеют значение или не имеют. И на самом деле то, что сейчас происходит в мире, это дискуссия, спор. Люди имеют значение или не имеют, сказал Илья Яшин. Сегодня в мире разворачивается глобальное противостояние. Сегодня в мире разворачивается глобальное противостояние. Огромное глобальное противостояние. Это уже... Огромное глобальное противостояние. Это уже приобретает признаки Третьей мировой войны. Это глобальное противостояние между тиранией и свободой. Это глобальное противостояние между тиранией и свободой. Между прогрессом и мракобесием. Между прогрессом и мракобесием. Кто-то что-то только что прокричал издали, и видно, что Яшин пытается уловить, что же ему кричат или что спрашивают. Это противостояние между добром и злом. Это противостояние между добром и злом. И мы с вами все оказались в эпицентре этого противостояния. Это... И мы с вами все оказались в эпицентре этого противостояния. Война – это линия фронта, она проходит... Сегодня очень яркой, кровавой линией через всю Восточную Европу. Она проходит яркой, кровавой линией через всю Европу. И, к сожалению, наиболее болезненно эта линия фронта проходит через Украину. И, к сожалению, эта линия фронта проходит через Украину. Эта линия фронта стала трагедией для Украины. Именно Украина на сегодняшний день является жертвой, главной жертвой этого противостояния. Именно Украина является сегодня жертвой. Она стала главной жертвой этого противостояния. И Путин, Владимир Путин, президент России, кажется всадником апокалипсиса. И пусть Путин, президент России, кажется всадником апокалипсиса. За которым движется эта тьма. За которым движется эта тьма. Но с моей точки зрения... Не знаю, как вы, но хороший образ, дескать, Путин – всадник апокалипсиса, за которым движется эта тьма. Ну, я думаю, талантливые и не обязательно мастера изобразительного искусства, художники, вот этот образ, они способны, конечно же, изобразить на холсте. А может быть, он и будет когда-нибудь изображен. Открывающая Украину. Это тьма, несущая смерть. Это тьма, не... Это тьма, несущая смерть. Несущая горе огромному количеству людей. Это... Несущая горе огромному количеству людей. Тьма, которая забрала огромное количество людей. Тьма, которая забрала огромное количество людей. Да пусть. Но не правда ли, на фоне берлинского неба, выступающие перед, я уже говорил, порядком
где-то порядка 3000 людей в этом парке. Причем перед этим был репортаж Константина Гольденцвайга, как я вам говорил, и это место символическое, там, где когда-то проходила Берлинская стена. Что-то Яшину кричат. Я знал про Путин-фюрштейнеров, мне про них рассказывали, но я еще никогда не видел их живьем. Я, честно говоря, думал, их не существует. Я думал, это миф. Ну, ладно. Яшин шутит, но сейчас слышно, как скандирует Путин. Ну, известно, что я не хочу, естественно, в своем YouTube-канале повторять, но все знают этот слоган, кто, дескать, Путин есть. И вот Яшин, улыбаясь, смотрит, ожидает, пока пройдут эти выкрики людей, которые скандируют, и, конечно же, будет продолжать свое выступление. Нет, продолжать. Это противостояние между добром и злом. Это, Яшин повторяет, это противостояние между добром и злом. Что тирания и свободы. Между тиранией и свободой. Это не этнический конфликт между украинцами и русскими. Это не этнический конфликт между украинцами и русскими. Это глобальное мировое противостояние, в которое... Это глобальное мировое противостояние, в котором... Втянуто все больше и больше стран. Втянуто все больше и больше стран. Это война, трагедия для Украины. Это война, трагедия для Украины. Огромное количество жертв, огромное количество погибших. Огромное количество жертв, огромное количество погибших. Огромное количество беженцев. Огромное количество беженцев. Кровавой линией и через другие страны. Но эта война проходит кровавой линией и через другие страны. Входит через Россию. Проходит через Россию. Где людей сажают за антивоенные взгляды. Людей сажают за то, что они выступают за свободу. Людей сажают за то, что они выступают за свободу. Где людей убивают. Где людей убивают. Одной из первых жертв этой войны стал мой друг Борис Немцов. Одной из первых жертв этой войны стал мой друг Борис Немцов. Говорит Илья Яшин. Который еще в 2014 году организовал в центре Москвы огромный многотысячный митинг. Который еще в 2014 году, позвольте ремарку от себя, что именно в 2014 году произошло вторжение путинских рашистов на Донбассе. С требованием вывести войска из Украины. И Немцов организовал митинг в центре Москвы с требованием вывести путинские войска из Украины. Огромный митинг под российскими и украинскими знаменами. Огромный митинг, говорит Яшин, под российскими и украинскими знаменами. Мы шли во главе этого митинга, и сейчас это кажется невероятным. Мы шли во главе этого митинга, и сейчас это кажется невероятным, но... Так. Но это было. Немцов стал одной из первых жертв этой войны. Его застрелили прямо у стен Кремля. Немцов стал одной из жертв этой войны. Его застрелили прямо у стен Кремля. Для того, чтобы всем нам заткнуть рот. Для того, чтобы всем нам заткнуть рот. Для того, чтобы все мы боялись. Для того, чтобы все мы боялись. Также расправились с Навальным. Также расправились с другими людьми, которые противостояли Путину.
также расправились с другими людьми, которые противостояли Путину. Тебя никто не тронет. Кому-то он говорит, тебя никто не тронет. Это хорошо звучит. В Берлине, Германия, повторяю, под открытым небом, вот митинг и встреча. Это не митинг, простите, встреча с Ильей Яшиным в Берлине. И давайте на этом наш репортаж закончим. Я надеюсь, что запишу для вас все, что возможно. И это не будет нарушением копирайта, нарушением авторских прав, потому что и руководители «Дождя», этого популярного, известного своими правдивыми репортажами канала, и он в Ютубе, тоже можно смотреть эти программы «Дождя». Так вот, повторяю, и руководители телеканала, и корреспонденты, его сотрудники, они просят своих слушателей делиться их контентом, как нынче принято говорить. Так что к вам просьба не ставить лайки, о чем просят очень многие, а просьба единственная, действительно, делитесь этим контентом, в данном случае телеканала «Дождь», и будьте здравы, благополучны, несмотря ни на что. Оставайтесь оптимистами. Искренне ваш из Филадельфии Дэви Аркадьев. Сегодня 7 августа 2024. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока.